сейчас. Японец, которого жила жена российского автопрома, называется из-за этого? УАЗ. Да, мы помним его. Это тот же, это может другой. Года. Эта модель тот же ни разу не менялась. Такой вот аппарат. Поэтому она в таком виде более 50 лет уже. Не изменяем традициям. Вот, недавно, не, ну он подкрасил там. Поставили инжекторный двигатель. Трехлитровый двигатель, не карбюраторный, а стал инжекторный. Вроде тоже как. Было бы запрещено кататься на такой. К тому же она полноприводная. Вот здесь вот есть переключатели всякие. Здесь можно дергать и переключать пониженную и повышенную. В общем, вот такие вот впечатления у меня от этой машины сейчас. Сколько лет на ней катается? А вот рулежка на нем тяжелая. Как будто крутишь землю под собой. Если сравнить с новыми машинами, то она выделяется, конечно. Конечно, да, наверное, выделяется. Да, ограничение передач у нее тоже жесткие, как на гоночном болиде каком-то. Ну вот зачем буханка, чтобы чувствовать, можно на нормально, болиде. В общем, подкачаться. Руки особенно. Ну, внешний вид вы сами видели, конечно. Касательно двигателя, он трехлитровый и вроде бы рядный, но крутящего момента у него много. С низов он тянет хорошо. Мощность у него есть. Недавно вот выезжал по скоростной трассе, гонял. Да? Нормально едет. Гонял так, на скоростной трассе? Прилично. Нормально, 50 километров ездили, ехали, мне ух. Эта тачка вообще зашла. После нее другие машины просто скучные. Я, честно говоря, не понимаю, что в ней замечательного. Все ну, замечательно. Человек любит страдать. Управление в ней зачетное. Смотри, видишь? Оно круто. Да, это очень круто. Только гоночная машина. Да, точно, гоночная машина. Есть мазохисты, которых плетками бьют, им нравится, знаешь. Гоночная машина. У вас гараж и яма у меня. Ну. Центровка сбита. Да, руль ловлю постоянно. Ты еще говоришь? Да у тебя такая же машина, разве нет? Не, мне на этой тачке очень весело. На повседневье можно ездить на ней круто. Я думал, гоняет на ней. Она похожа как Mitsubishi Delica, да? Ага. Проехал место. Охренеть, она тяжелая. Не ссы. Блин, это выглядит страшно, как будто он сейчас дернет, и он сломается. Да? Угу. Таких машин так больше нету, да? Нету. Тяжелая. Как NSX Type R. Да, она круче, чем NSX Type R. Так пойдет? Да нет, да еще. Погоди, там сзади место есть? Да нету уже, наверное. Кто, ну? А где была прошла жена? Ну все, приехали, блин. Спасибо, бро. Ничего про жену не сказали, какой-то кликбейт. Название кликбейтное. Японец, ну, который ушла жена. Что? Ничего не ушла, может у него и не было. Он японец, у него ушла жена, просто нам в ролике это не сказали. Там сказали, что типа, если у меня была такая буханка, то мне и жена не нужна. Да.